кино на ТВ-РУС. Труп пролежал в земле от 12 до 16 суток. С глухариком вас. Скажи, пожалуйста, а чем ты занимаешься, что не можешь уделить мне вечер? Утром в лесопарке нашли труп. Сгнил наполовину. Черви. Приятного аппетита. Спасибо. Есть подозреваемый рецидивист. Хомутов по кличке Спиноза. Это дело не закроют, Константин Иванович. Ствол не мой. Пальчиков моих на нем нет. Есть в нем какая-то обреченность, что ли. Кто-то его подставил. Дело потянется вверх. Я так думаю. Подсказывает мне моя интуиция, что вас очередной висяк нарисовался. А больше вам ваша интуиция ничего не подсказывает? Подсказывает, что вам приказали меня по полной посадить. Елена Панова и Юрий Беляев в фильме «Женская работа с риском для жизни». В воскресенье на ТВ-РУС.